Так, дыхательный аппаратур Ульяновской областной больницы пополнился двумя новыми аппаратами искусственной вентиляции легких. Оборудование предназначено для реанимационной помощи. К ним подключают пациентов в критических состояниях, то есть при смерти, или с тяжелыми формами вирусной пневмонии. Особенностью данных аппаратов является то, что они спроектированы и произведены на одном из приборостроительных заводов Российской Федерации. Это отечественный аппарат искусственной вентиляции легких, но по качеству, по эксплуатационным характеристикам он ничем не уступает западным аналогам. Еще одна способность в мобильности. В отличие от своих предшественников, в новых аппаратах компрессор уже встроен, то есть отдельный баллон для кислорода не нужен. Стоимость одного аппарата ИВЛ со всеми необходимыми датчиками составляет больше 1,5 миллиона рублей. Приобрести оборудование удалось за счет средств, заложенных в национальном проекте здравоохранения. Если раньше речь шла о простых дыхательных мешках, сейчас это сложная электроника, которая позволяет так тонко помогать пациенту при дыхательных расстройствах, что пациент этого не чувствует, вмешательство посторонней машины, и, по сути дела, дышит одновременно с этим аппаратом. В течение года в отделении появится еще 5 новых аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса. Ежегодно в отделении реанимации, интенсивной терапии, больницы медицинскую помощь получает свыше 2500 пациентов. 70% из них – это жители сел. Рената Алиулова, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.